Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Seven Days to Die. И я не на запись тут немного покопал. И слышу... истеричку. А, вон она гуляет, маленькая. Отлично. Так, хорошо. У нас сегодня что по плану? Сделать джип первым делом. И вторым делом попробовать посмотреть, что там по заданиям. Если задания пятого тира появились, мы вроде как блок четвертого тира выполнили, да, получили дополнительную награду в прошлой серии. Поэтому посмотрим. Короче, за ночь у меня получилось собрать вот это вот количество ресурсов, да, ну основное, да, там песка немного покопал еще тоже, но это как бы такое. Это... 6 тысяч угля и 6 тысяч нитратов — это 2000 патронов, ну, пороха, да, нужное для 2000 патронов. Что в целом неплохо. То есть, если так округлить немножечко, то 1500... По-моему, это поломанный, да, слушайте? Да. Если округлить немного, то 1500 примерно получается... патронов за ночь копки. Ну, в плане, конечно, опять же, именно этого. В плане пороха. И это поломанное. Так. Кто-то сюда стрелял или что-то здесь было. Я даже не знаю. Я, по идее, стрелять сюда не мог снизу. Да, вот по этой штуке я бы никак не попал. Странно. Ну, ладно. Так, давайте сейчас возьмем... остатки стали. И скрафтим, наконец-то, да, поставим крафтиться. Этот шасси пишут, да? Шасси. Ну ладно, шасси так шасси. Возьмем патроны. Выгрузим все оставшееся барахло. Так, давайте сразу... вот это сюда. Это все нам не пригодится. И еще надо посмотреть, что нам на 4 на 4 на целую эту, да? 4 колеса, двигатель. Этот у нас есть. Так, так. И для колес... полимеры, масло, так, надеюсь, что хватит, да, вроде хватает, полимеры тоже, железо, что еще, этот, я, чистящее средство, пусть будет, так, и... делаем. Нам три колеса всего надо. Одно у нас есть. Вот это заберем. А я его забрал уже, да. И все остальное тоже выкладываем, чтобы место у нас не занимало. А, надо... сколько там слитков этого? Точно. Где они? Вот они. Оставим. И мы, если по квестам пойдем, то нам что надо будет? Мне кажется, топор, лопата нам не надо будет. Кирку можно, в принципе, взять. Я думаю. Нет, в принципе, я думаю, нам не пригодится никакое дерево, ничего. Я думал, может быть, да, где-то что-то... построить нужно будет. В целом, наверное, не нужно. Может быть, даже возьмем вот этот топор, да, чтобы где-то проломить там двери. Чтобы ускорить себе. Просто этот чинить ремонтными наборами не так обидно, как этот. А ходить камни собирать, что-то надоело.
Так, патрончики, патрончики, патрончики. Нам все они пригодятся сегодня. Есть шасси, есть. 2 минуты еще подождать колес придется. Так. 2.27 крафтится будет. Да, 3 колеса всего лишь нужно нам. Еще. Пойдет. Я пойду пока заколочу. Вот тут немного всякого разного. Давайте все по порядку. И вот он наш 4 на 4. Давайте мы перед тем, как отправимся в далекое путешествие, наверное, далекое, что-нибудь съедим. Витаминку для начала. И теперь попьем воды. Хорошенечко. И, наверное, консерв немного поедим. По-скромному так. Позавтракаем. Чили нам нужно было для чего-то. Бобы. Так, все съедаем. Хороший, да, аирдроп. Лучший аирдроп с едой. Лучшее, что может быть. Иногда там просто какой-то хлам лежит. Низкого качества. Так хотя бы немного еды. Уже хорошо. Так, все, я надеюсь, упился я достаточно хорошо. Давайте еще вон супа съедим, да все, пойдем. Окей. Патроны, ремонтные наборы, аптечек надо взять, вот. Что нам надо, так это пару аптечек. Если задания 5-го левела будут, то нам пригодятся они. Ну что? А, да, топливо взял, все хорошо. Посмотрим, что у нас тут за 4 на 4. Ну, очень хороший, да, отдел для лута, определенно. Это мощно было, ничего не скажешь. 2500 мы заряжаем. Да. Модов, ребята говорят, для транспорта в данный момент в игре просто-напросто нет. Увы. Увы. Ну и ладно. Одно сиденье. А, стоп, 25%. Оу. Оу. Надо пойти взять еще, наверное, гаечный ключ, пожалуй. Хорошенько полутать чего-то будет. Гаечный ключ. Ха. Я знаю, где я его дел. Я сделал еще один этот. Верстак. И на него нужен был гаечный ключ. Черт. Кто-то идет там. Да ну, давай, выделись. А, я могу сделать. Хреновенький, но... Какой есть. Зато мой. Родной. Что там еще надо было? А, механические, по-моему, детали. Что за В? Я не понял. Ой, ой. Так, все, оставляем вот это вот все дело. Ну и пошли. Никто к нам тут не идет больше. О, слушайте. Ребята говорили, что плохо очень ездит по пересеченной местности. А мне нравится, слушайте, классно так ездит вообще. Кайфушечка. И рычит не так сильно, как байк
в прошлых частях, да? В прошлых альфах, точнее. Так, давай... О, да! Т5. Т5 задания пошли. 4 километра. 2, 2, 1. Вот это самое ближайшее берем. Факторим. Ну, идем. В факторе посмотрим, как нам там, как нас там сейчас за факторят. Так, тихо-тихо. Тут можно будет, да, из какого-нибудь коблстоуна, может быть, или из чего, дорогу сделать. Так разгоняется, как не знаю, как будто бы гоночный кар какой-то. А едем мы, ну, вот лутать какие-то там фактори, да, вот в этот город вполне неплохой вариант. О, мешок, целый мешок валяется. Вау, вот это. Конечно, да. Не, ну это, конечно, с этим звуком супер скорости явный перебор. Что у нас по факторе? Что это, кстати, за здание такое маленькое, разрушенное? А, ну оно в любом случае разрушенное. Куда мы едем? А, ну вот, шотган Мессая, да, наш любимый. Это Factory считается. Погнали. Наш любимый шотган Мессая. Я надеюсь, у него патронов хватит, чтобы отстреляться. Идем. Волчик, я на тебя наехал, что ли, нет? А, вон он, вон он. Такой черный, что не видно даже в тени его. Ну, я думаю, что шотган Мессаю надо лутануть хорошо тогда. Вот прям, как положено. Раз мы в прошлый раз не справились, посмотрим, как сейчас пойдет. И я, наверное, сразу беру задание, не буду заморачиваться. Но, кстати, тут много машин, и я бы их разобрал, прежде чем отправиться внутрь. И можем сразу все барахло, которое в этих машинах найдем, выложить в... наш этот. Может быть, мы потратим не один день, да, может быть, придется где-то посидеть там ночку. Хотя, может быть, мы и домой можем вернуться. Почему тут ехать-то? Ну, кстати, нам ничего не мешает вернуться домой и покопать себе хорошо, да? Ну, если вдруг ночь наступит, да, я имею в виду в этом плане. Вообще ничего не мешает. Окей. Так, я сейчас поразбираю машины. Потому что у нас и все механические, электрические, там все, короче, все ресурсы уже заканчиваются. И я тут еще уровень поднял, кстати, да, и в прошлой серии мы уровень подняли, я никуда не вкладывал очки. Я даже не знаю, я вот вкачал бы Pain Tolerance, хочется прям. А тут мы, если возьмем... На 10% уменьшится штраф на восстановление стамины и движение, замедление движения нашего. Да, давайте возьмем, посмотрим, мне реально интересно посмотреть. И потом вот трешечку, наверное, тоже возьмем. 15%. Прочность брони, не знаю, это прочность всей брони в целом увеличилась на 40%. Вот уже у нас или
Новой, которую мы найдем, или вообще ту, которую мы сами будем крафтить. Не знаю, как это работает, но в любом случае уже штраф на 10% замедления и восстановления стамины будет полезно. Жалко, что брони не прибавляет, да, вот это немного печально. Давайте сейчас я вот лутану эти машины. Нажму на паузу и разберу их сейчас все. Я сейчас боюсь только одного, что мне не хватит патронов, этой тысячи патронов, которые у нас есть с собой, на зачистку этого здания. И это немного меня пугает. Так, давайте выкладываем все. Полностью вообще все выкладываем. Ну, пошли. О, машины обновляются тоже. Слушайте, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Уже очень, очень меня порадовало это задание. В машинах в целом довольно неплохой лут можно найти. Не всегда, конечно, но... Давайте, идем. Я сейчас этими машинами заниматься не буду. Потом как-нибудь. Давайте, вот еще ту лутанем, да, там у нас вроде целая тоже. И это даже есть. Восстановилась тележка. Так, давай. Ну, не сегодня. Что-то интересное было в прошлый раз, да? То есть мы нашли в целом молот вот этот вот неплохой, который можно будет продать за относительно неплохие деньги. 2000 топлива наковыряли с тех машин. Ну, еще примерно столько же наковыряем, я думаю. Ладно, заходим. Ну что, здрасте. Есть тут кто? Как мы тут заходили, я уже не помню. О, так. Вижу зеленых. Простые фералы. То есть, ну, да, понимаете теперь разницу. Мы раньше фералов видели только где-то там сверху. На самых, ну, на самых, в принципе, да, верхних этажах практически. А сейчас с самых первых. Кто-то там ломится уже. Ладно. Идем. Цветочки нам надо здесь? Я думаю, не надо. Цветы мы насобираем, если захочется чайку себе сделать. Ох, посмотрим сейчас, сколько из этих ребят будет ферлов. Оп. Попади ты по нему. Все. О, стамина закончилась, и бежать-то уже некуда. Да попади ты по нему. Ну, блин. Будем слабой атакой бить. Ей как-то намного чаще попадаешь. Копать мы здесь ничего не будем. Хоть и можно было бы, да, довольно много цемента здесь получить. Но, блин, лопата выпала. Иди копай, игра говорит. Как ты копать ничего не будешь? Ты вообще что? Ты кто? Иди копай.
Но нет, я сдержусь и не буду копать. Так. Пусть открывает сам, я помогать ему не буду. Ждем гостей. Что, ни одного ферла даже из этих троих. Ой-ой-ой. Лежать. Ладно, давайте мы ему поможем. Ну... Фух, так, хорошо. Двигаем дальше. Сейчас, конечно, с прокачкой, с оружием 6-го качества дело идет заметно быстрее, чем раньше, да? Так, хорошо. Стамины нет, будем слабой атакой бить. Хорошо, два удара этой дубиной, если в голову попасть. Так, туда мы идти не будем, там ничего интересного, будем сразу идти наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как не хочется патроны тратить там. Так, ребятки. Я тут. Понял. Вот такой вариант мне, в принципе, больше нравится, когда мы пару выстрелов делаем, тело падает. Да, ёлки-палки. И мы немного экономим патроны, добиваем его. Так, перезарядимся-ка. Оттуда сейчас еще целый вагон выйдет, ребят. Неприятных. Так, где наш топор? Краску тоже, наверное, возьму. Пригодится. Скрапаем только ее сразу. Реброфреймы. Пусть валяются тоже так. В таком виде. Обычные боксы давайте тоже посмотрим. О, спасибо. Хотя вот это тоже можно забрать и... И собирать вообще патроны. Может быть, когда мы найдем там арбалет более-менее неплохой, да? Будем пользоваться. Как и, в принципе, стрелы тоже, да, если мы найдем, то очень даже можно и попользоваться. Да, давайте попробуем, посмотрим, что у нас здесь. Есть тут у нас еще вообще подъем наверх? Вариант интересный весьма.
Плюс у нас, по-моему, был где-то срез отсюда, если я не ошибаюсь. Вот это да. Вот это да. Куда вы все делись? Вот это просто безудержный экшон. Безудержная трата патронов. Там, по-моему, еще кто-то бежит. Вот это их целая куча вывалила. Тут, по-моему, у нас был сейф. А тут вроде ничего не было. Это мы возьмем. Сейф. Ну, попробуем взломать, я не знаю, сейчас, пока 20 секунд эти будут идти, к нам сзади кто-то придет. Будет неприятно. Надо реально идти домой и делать патроны. За пару дней мы зачистим. У нас есть патроны к дробашу в целом. Мы наконец-то можем вот сплиттер вынуть. А, против камня. Не, ну тоже хорошо, как бы, да? В любом случае, пойдет. Все ребята с этого, да, повыпрыгивали. Немного еды. Бутерброды эти надо будет оставить, да, из них можно крафтить там еду какую-то. Так, тут пусто. Здесь у меня когда-то было много... А, слушайте, это ребята, наверное, где-то сверху там, да, спрыгнули и побежали. О, вот типа как отсюда. Что за движуха? Там не было никого раньше. Но это было, конечно, раньше. Так, все, ничего нету полезного для нас. О, смотрите, этот пролез как-то. Как он пролез? Давайте перезарядим наш кулемет. Давай, давай, вот сюда. Не хочешь мне это проковырять дырку? Смотри, тут классно, давай. Долби. Не хочет, пойдет в обход. Истеричка пришла. Как раз мне истерички тут не хватало. Чё она сюда пришла? Вообще, спрашивается, да, чё она пришла сюда? Ух ты. Этих ребят мы помним. О! О! Беги. Беги, детка. Давай, 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 давай. Фух. Ядрен батон.
А истеричка там сейчас будет орать и вызывать еще. Все больше и больше. Зомбей-то, да? Надо, короче, как-то спуститься вниз. Ну, первый этаж мы зачистили, да? Мы посмотрели, что тут на первом творится. Ух ты ж, блин. Некуда уже, да, складывать надо. Как раз отличный повод, мне кажется, слезть. Вот ребята говорили, нам вот сюда надо идти. Чтобы, да, по теории лабиринта дальше проходить. Блин, как бы нам так спуститься, чтобы ногу не сломать? Наверное, вот так. Алло? Алло? А. Нет, не алло? Вообще, походу, не алло. О, пойдет. А, вот и маленькая. Так. А, мы уже все там. По жопе и по жопе. Так, наш джип с другой стороны сейчас. Воу. А, это, наверное, тот, который в обход пошел, да? Он смог таки добраться. Молодец. Во, нам как раз вот на этот угол, да, заходить, чтобы дальше. Еще одна истеричка. Вы шутите? Мы половину патронов потратили. Половину. Уже. Вот это жестко. Так. Идем, наверное, дальше. 7 часов вечера, еще не так много, как бы, времени. У нас пару часиков есть. Можем еще попробовать этаж один зачистить, если повезет. Давайте глянем, да, вот куда-то сюда нам. Оп. И тут мы просто заходим через окно. Вот сюда, вот сюда. Можно было даже, да, вот здесь прям заходить. О. Нам определенно не хватает коктейлей Молотова здесь. Побежал в обход. Ну... Без анимации драться нечестно. Ну, пусть заходит, как бы. Это жареная картошка, блин.
Было бы чудесно получить чертежик семян для картошки, чтобы можно было рассаду нормальную такую делать. А, надо было, блин, надо было краску вынуть. Кресло не хочу собирать. Очки, кстати, эти что-то... Perception, по-моему, повышают. Возьмем. Надо будет все это дело поскрапать еще. Boost your perception, да-да-да. Тоже во всех этих перезарядимся. Да, тут вот как раз тоже. Опа. По хребту. Лежать, я говорю. Я понял, тебе все равно, что я говорю. 1600 опыта. Так, ясно. Мне страшно представить, что будет в самом верху, да, если вот здесь, на нижних этажах, просто вагоны зомби этих вылазят к нам. Давай, я помню вас. А, тут же тоже ферлы могут быть, правильно? Огненные. Не-не-не, не ломайте. Хорошие эти стеночки чудесные. Все, стаминки нет пока, отойдем. Так, хорошо. Тут угля можно покопать, если захочется очень сильно. Закроем пока вот эту дверь. Выломаем эту. А, мы, кстати, задание-то можем пойти уже сдать. Да попади ты по нему, ёлки-палки. А, потому что, да, то, что мы ищем, оно снизу. Нам не надо на самый верх лезть. Но я хочу. О, хоть какие-то семена мы получили. Так. Так. Вроде все, да? Здесь. Ладно, 9 часов. Идем посмотрим по дороге, может быть. А, я не смогу выложить, да? Давайте мы, наверное, себе короткий путь тут сделаем. Сверху тут ребята могут прийти еще тоже. Стоп. Это где-то посередине между этажами. А. Это
Неожиданно, если честно, немного. Может, вот там? Где-то, короче, вот тут, вот снизу. Я даже не знаю, где это может быть. Но ладно, нам пора... Пора валить. Только я не помню, в какую сторону. По-моему, в эту, да, мы выходили. Надо пойти покопать себе дома. Тихо и спокойно. Стоп, это... А, это обычное стекло. Я думал... Непробиваемая. Так. Надо было просто спрыгнуть со второго этажа оттуда, да, и не заморачиваться. Ты застрял. Бедолага. А, это тот, который, да, со второго этажа был. Да, дружок. Он самый. Так, хорошо. Вот здесь он нам дырку тоже тут проделал. Можем теперь чуть комфортнее заходить, выходить. Пойдем на базу, разгрузимся, примем антибиотики. Вот это прям. О, скоростишься, да? О, челлендж фейл, подожди. О. Точно, нам нужно оставаться. Блин. Вот это я зафейлил, конечно. Ну ладно, мы зачистим это... Задание в любом случае полностью. А следующее задание попробуем уже по-быстренькому выполнять, да, будем стараться. Хочется так-то по-нормальному доверху добраться, чтобы прикинуть, ну сколько у нас действительно будет уходить на это патронов. Звук мотора, конечно, прям огонь. Тут еще тоже, да, придется помучиться какое-то время, чтобы привыкнуть к этим нычкам, которые... В этом здании будут. Так, ты не хочешь остановиться? Потому что вот я, если честно, сейчас не понял, где примерно даже может быть это... Короче, та штука, которую мы ищем. Ой-ой-ой, моя шахта завалилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хватит, хватит. Хватит. Такая хорошая шахта была, блин. А. 44 земли. Мне досталось. Надо брать лопату и снова все копать. Блин, так хорошо здесь было. Ну ладно, я хочу подождать 6 утра. Может быть получится... А, это не уголь был все это время. Может быть получится взять еще одно задание у торговца. Было бы замечательно.
Но мы сначала зачистим в любом случае территорию, а потом уже будем думать по поводу задания. Так, лопату надо пойти взять. Первый урожай уже созрел тем временем, да, ему 2 дня ровно надо. Грибочки первые, отлично. Жалко, что мы семена тоже, скорее всего, из грибов делать не умеем. Но мы умеем делать семена для этого чая желтенького. Уже, может быть, стоило бы покрафтить. Почем там они? На юку, ну, даже не знаю, надо нам, не надо. Чай, наверное, тоже 4, да? 5 чая нам надо. Давайте сделаем. И, может быть, на юг, ладно, раз 5 штук, то таки, да, можно попробовать. Единственное, что из самой юки, по-моему, нету каких-то прям полезных. Ну, может, я ошибаюсь. Да, тут я, может быть, и не смотрел даже. Так, это все сюда пойдет. Бутеры, мясо, точнее, вот так вот, да, это то, что осталось у меня в машине тогда. Кофе. Вот сюда. Поставить еще пороха 3600. Так. Как раз, да, будет соточка патронов. Берем. Тут еще 500 крафтится, но да, мы не успеваем крафтить патроны, я бы сказал. Но мы можем во второй верстак все это дело загрузить, конечно. Но нам пока не к спеху, я думаю. Так, это сюда пойдет. А, вот моя аптечка, я думаю, что не так. Уже аж почти 6. Мы, наверное, к торговцу попремся сразу. И раз у нас такая пьянка, раз патронов не хватает, да, мы, наверное, сейчас возьмем дробовик еще. Дробовик не качанный, конечно. Но это лучше, я думаю, будет, чем ничего, правда? И к дробашу у нас 300 патронов есть. Дробовик-то неплохой в целом. Я, наверное, отремонтирую сразу все. Ну, дубину можно не ремонтировать, но вот автомат должен быть готовым. Так, здрасте. Чё за движ? А, я пить еще и есть хочу. Еще есть такое, да, надо исправить. Торговец уже открывается, надо идти к нему. Вот, блин. Задание у него на зачистку. Я не уверен, что я хочу это задание делать. Ну, потому что мы наполовину уже зачистили, да, это здание. И заново зачищать все. Я даже не знаю. Сокровище закопанное. 2-го тира. Ну, такое. Задания у него обновляются когда? Раз в день. Ну ладно, давайте мы возьмем. А там мы подумаем, будем мы его делать или нет. Стоит ли оно того?
или не стоит. В любом случае, сейчас мы пойдем дозачищать это здание. Наш любимый шотган Мисаю. А дальше мы подумаем, выполнять это задание, заново сбрасывать, получается, и зачищать ли его снова. Потому что зачищать, ну, Т-5 здание, это такое себе удовольствие. Мы реально, мы, наверное, и половины не прошли, да, а потратили огромное количество патронов. Ой-ой-ой. Мне кажется, что это не так выгодно. Учитывая то, что, ну, патроны крафтятся долго, надо копать, надо... Да. Мне еще ребята говорили, что если уйти от этого здания, да, и вернуться потом через какое-то время, то зомби там перераспределяются по всему зданию. Поэтому давайте мы сейчас по-нормальному зайдем. И посмотрим, что там, перераспределился кто-то куда-то или нет. Кстати, вот там у нас... Мы как-то туда попадали, да? Ну, идем посмотрим. Вот, точно, вот сюда. У нас был проход здесь к сейфу, по-моему, к сейфу, да? Или к ящикам. Я о нем забыл в прошлый раз. Да, к ящикам. Шотган Мисаевским. У меня очки не на лут, чёрт. Вот это вот я поэтому и не люблю переодевание. Туда-сюда, ну ладно, на экспу. На экспу так на экспу. А, кстати, по поводу истерички. Я о чем подумал? Истерички, по-моему, агрятся... Не агрятся, да, а как бы... Стрельба нагревает, да, зону. И поэтому приходят истерички. Ой-ой. Это мне больше всего не нравится, когда они головой дергают, и ты стреляешь, и никуда не попадаешь. Воу-воу-воу. Откуда ты взялся? Как раз ребята это жаловались как-то в комментариях, что да ну неинтересно, зомби не приходят на звуки выстрелов. Вот, приходят. Непонятно, откуда вообще они приходят. Но все-таки приходят. Так, это и мы наоборот, нам как раз вот туда надо идти. Пооткрывал срезы и теперь сам теряюсь, где куда чё. Ну, вроде. Пока тихо и спокойно. Жалко, конечно, что я вот это вот свалить решил, да, и профукал задание фактически. Так бы можно было награду получить. Надо было все-таки поискать лут в первую очередь, а потом... Уже заниматься всякой разной ерундой. Ну, вроде тут ничего нового не появилось, да? Никаких зомби, то есть никто никуда вроде как не перераспределялся. Только вот эти строители непонятно откуда вывалились. А так норм. Ладно, идем дальше.
У нас сейчас начинаются более интересные места. Вот здесь, да? Блин. Где-то какой-то песок осыпается или что? О, движ. Ух, не перезаряжен. Окей. Да ну давай. О, нет. Ну, мы, конечно, да, очки я не одел на лут, но опыта мы получаем здесь достаточно, чтобы не сильно заморачиваться на эту тему. Так. В прошлый раз, в первый раз, да, когда мы сюда пришли, когда нам было очень больно и страшно. А, вот эти... О, а чё они лопнули с одного удара? Наверное, вот отсюда как раз строители вышли. Так вот, когда мы первый раз сюда пришли, мы остановились вот чуть-чуть выше. Нога дернулась, я испугался. Но зомби насколько больше стало, да? Это вообще жесть. Так, хорошо. Дай книжечку какую-то, нет? Жадина. Это не то, что я хотел. Триста крышек. Поощрительный приз мы выиграли. Так. Окей. Вот здесь мы уже совсем не были. Собаки где-то активизировались.
нам еще до крыши лезть и лезть, слушайте. Это жестко. Левелапчик. Давайте посмотрим, куда я там хотел в Heavy Armor, да, до троечки докачать. Чтобы от штрафов избавиться как можно больше. Так. Теперь тут возвращаемся, да, обратно. Фактически. Сейчас где-то зомби у меня на голову как попадают. Блин, как страшно. Я терпеть не могу хорроры. А тут тот еще хоррор получается. Так. Нам сюда? Похоже, нет. Там я вижу лут. Немного. Стеричка где-то лазит. Так, а как нам... Там вроде пройти нельзя, поэтому было. Здесь тоже я что-то ничего не вижу. Не, ну так-то вроде походу прям сюда. А, вон тут окно разбито, что я палец. Не пожалею аптечку, я умирать здесь не хочу. Так, я понял, нам сюда, да? А с той стороны, куда мы можем пройти? Куда так закрытые двери? Нам это неинтересно. Это мертвый? Нет, это живой. Ну, где она? Вроде как подо мной где-то, да? Как-то здесь странно все выглядит. Хорошо, что я не стал там задерживаться. Я пошел, да, я пошел. А, вот выход, кстати, да? По лестничке можно было сюда забраться без напряга. Крест подобрал. Как будто бы за мной вот прям идут. У меня развивается паранойя. Я думаю, что меня преследуют. О, сейф. Так, это у нас второй сейф, да? В этом здании. Ох.
Надо будет посчитать, сколько я патронов примерно потратил на зачистку всего этого дела. Да, это реально, это просто невероятно. Такой экшон, такая жесть. Я надеюсь, что вы не забыли лайк поставить за мои страдания. Ой, что такое у нас? Взрывчатка с таймером. Я подорвался бы, да, с удовольствием. Здесь уже. Так, ключик вернем. Да, забираем пока все. Немного мусора. Так, хорошо, игра. Сюда ты мне предлагаешь дальше, да, подниматься? Конечно, как же? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Откуда? Фух. Блин, я переключился, опять недоперезаряжался. Вечно я так делаю. Ну, я только что видел, можно было лутануть. Ладно, поднимаемся. Колючая проволока расставлена. О, пару книжных полок. Пожалуйста, хоть книжные полки, давайте. Хоть что-то полезное в них будет. Ребят, делаем ставки. Три книжные полки. Спасибо. Мне этот рецепт был когда-то очень-очень нужен. Пока я не потратил очки навыков на это дело. Так. Это что у нас? А, о, очиститель воды, да? А что там у нас с очистителями, я уже не помню. Куда, что там? О, да, я опять два барахла. Бесполезных для меня. Ну что же это такое? Так. Куда дальше игра мне сюда предлагает идти, да? Окей. Окей, блин, тут спуститься было бы хорошо, но уже так далеко спускаться, что просто не хочется. Я бы, может быть, даже... Ну, перья повыкидывал. Да и книжки, наверное, прочитаю. 200, блин, ну по 200. Гнилого мяса тоже выкину нафиг. Вот это можно постакать. Кожу можно выкинуть нафиг. Это скрапнем. Что у нас? 125. Давайте это прочитаем. Железные стрелы скрапнем тоже. Еду можно съесть. Баночку пустую выкинуть. Эту скрапнуть. И уже немного больше места. Пистолетик неплохой, 5-го качества. Так, 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 так. Я могу там пару кольев разбить и... здесь же оказаться. Ну, идем. Мы уже близимся к верху, да, к самой крыше. Где-то вот она, вон она, где-то там, короче. Еще полчасика, и мы там. 400 патронов, давайте к дробовику, да. Из дробаша. Там сумки, в сумках тоже ничего полезного сейчас нет. Можно не заморачиваться, по-моему, особо. Так. А вот мы на крыше уже. Я пройти сюда хотел. Кажется, он не дает мне сюда пройти. О, я и не запрыгну, получается. Не запрыгну, точнее. Понял. О, откуда?
сверху откуда-то вывалился, да, друг? Понятно. Что-то как-то погода поменялась, да? Хреновенькая стала. Так. Сюда. Триста патронов осталось. Ох! Опять паровоз. Где вы там? Давайте. Можно я вот так вот прям... Фух, так. Кто? Откуда? Так. Нам, по-моему, да, вот сюда наверх. Я могу спрятаться в этом бункере. И надеяться, что меня никто здесь никогда не найдет. Блин, истерички еще эти. Нам, наверное, сюда, кстати, да? Других вариантов особо и нет, по-моему. Ну ладно. Какие они хитрые. Такое ощущение, что истеричка не, ну, где-то не отступает и все ближе и ближе к нам. Как бы мы ни уходили, как бы мы наверх не поднимались, она как будто бы вот преследует нас по пятам. Так. Хорошо, тут мы осмотрелись тогда. Идем. Вроде никто нам на голову свалиться не должен здесь. Так, и чё, а? Вот он, запах свободы, да? Сейчас будет, мне кажется, самое веселье. Где-то вот-вот. Ладно, залазим. Может, он вообще сверху здесь, слушайте?
Как-то не думал. О таком варианте. Двадцать шесть хп осталось. Все. Мы еще не наверху. А патроны уже все. Давай вниз теперь спускаемся. О, может быть, тут хоть наверх, да, поднимемся. Жесть. Ух ты ж. О, сломалось. Ощущение, как будто бы он присел и головой долбится. Ох, так, хорошо. Да хоть бы яиц дали, я не знаю. Хоть какая-то радость была бы. Так, хорошо. Открыто. Никого. Ничего. Типа... Мне сюда надо как-то запрыгнуть, да? Все, это победа была? Фух. Это победа. Куча запчастей. Из которых я ничего в принципе не делаю. Ну, грудничек в целом. Пара патронов. Ни о чем вообще таких. Станбатон, железное копье, тоже не особо интересно. Ну и закрытый сейф. Давайте попробуем его взломать. О, это жестко. Короче, я здесь точно потратил больше 1000 патронов. Да? И плюс еще, сколько, наверное, сотню патронов к дробашу. Может быть, даже больше. Самое обидное, что просто ничего интересного здесь нет. Понятно, что как бы рандом там, да, и все остальное, но обидно немного. Выпью я пиво. А я не могу? Могу пить. Три банки сразу.
Упьюся. Кстати, а баф от пива стакается, да? Вот оно чё. Фух. Стоп, а вот там мы еще не были. Или там ничего интересного нет? Я не вижу. Сейчас попробуем. Или мы оттуда пришли? Нет, нет, нет. Мы тут еще не были, подождите-ка. О. Я уверен, тут еще целый вагон нычек всяких разных, да? Более чем уверен, которые я пропустил. Но... На то они и нычки, я думаю, да? Интересно, если орду вот здесь вот пытаться просидеть. Вот с самого верху что-то будет? Доберутся они до нас? Или не доберутся? О, пятерочка, кстати, у меня четверочки только. Ну и все. Ну что ж, это победа. Героическая, я бы сказал. Мы смогли. Еще бы, конечно, было бы замечательно, если бы мы не профукали задание, собственно, да, не провалили. Уехав посреди ночи отсюда, надо было оставаться здесь ночевать. Было бы вообще замечательно. Ну а так. Да, вот здесь можно реально. Не очень реально, но можно. В теории. Просто выбивая вот эти двери, добраться до верху. Без какого-то прям серьезного такого напряга. И вот мы уже в самом низу. То есть срез определенно есть. Хороший такой срез. Но задание на зачистку... О, это... Это будет что-то с чем-то. Делать мы его, конечно же, не будем пока. Во всяком случае, пока что, да. Нам надо патронов к орде как-то насобирать, правильно? А то беда будет, когда орда начнется. Ну, когда это следующая кровавая луна будет. У нас есть еще 4 дня, но все равно... Я пока машинки поразбираю. Тут можно будет все это продать потом. Ну и по деньгам, как бы я бы не сказал, что мы, да, лутая. Ну, не все. Мы по-любому много, я уверен, нычек каких-то пропустили. Но лутая многие вещи, да. Все равно как-то. Не очень выходит. Реально, надо брать задание на доставку припасов этих. И идти брать припасы и валить сразу, ничего не лутая, потому что, ну, все тлен. Ну и на этом мы, наверное, серию закончим. Продолжим уже в следующей серии. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.